Уважаемые друзья, нам надо почаще и парламентариям, и мне, и правительству бывать в наших вузах, где готовят и переподготавливают кадры. Простите меня, и пусть не обижаются на меня руководители и преподаватели вузов. Вчерашний день. Преподавание в своем большинстве не ориентировано на решение тех задач, о которых мы сегодня говорим. Как были желтые конспекты и закостенелые знания, так они и остались. Нам нужны новые люди с новыми знаниями. Это еще более важнее, чем учитель в школе. Поэтому нам надо чаще бывать в вузах, надо чаще доносить, больше доносить до преподавателей, руководителей вузов то, чем живет мир и страна. Ведь многого они не знают, потому что сегодня еще и другая беда. Да, интернет хорошо, да, средства массовой информации хорошо, но в большинстве своем они же превратились в рупоры некой пропаганды и вранья. И то, чем пользуются сегодня учителя и преподаватели, там надо, я не знаю, не между строчек читать и смотреть, и уметь это делать, а вообще выбросить эту информацию и, может быть, наоборот, все воспринимать. Поэтому нам надо ближе быть к ним и доносить то, еще раз повторяю, чем живем мы и чем будет жить завтрашний мир.